Может, на трайпе дойдет. Верьте. Значит, первая платформа это любовника всегда. А четвертая, да, если Феникс перекастует, твоя лучше. Стаун там не заслакайте. А что, может дут? Дудка снизу. А что, никакой хил наверх не поднимется? Хилы. Просто отец. Шторы наверх. Че, блядь, сами не можете распределиться или че? На этот снизу все прекрасно не остается. Перья, я смотрю. Все вниз, быстро. Босс кастует. Стали уже по краям. Луцинь, ты где? Смотри, не сдохни. Куда летит он? На первое. Вот, отлично. Все, и беги на вторую Луцинь. Сорок процентов уже можете не видеть углей. Одного забейте, который снял. Фазе. Луцинь у стенки стоишь, Карина к нему подводишь. Она будет. Двери. Вниз быстрее. Смотрим, куда летит. Первый.
Милики, идите, подбивайте вниз. Перья я смотрю, вниз все. Все, милики, танки не надо никуда. Это, Луцин, иди сюда уже, забирай с меня. Карину, Луцин, забирайте. Второго тоже. Босс в центре, сейчас в центр ушли. Второго забирайте. Все в боссы. Добейте, но... Все в кучке, кроме трех танков. Сейчас все бьют босса, когда босс взлетит, подбиваем трэш. Карина, слови, маленьких. Бейте, страшно. Не убейте, оставьте им по 300к. Приземлится босс, добьете их. Их добьете, играете в этого босса. Все, набивайте. Милики играют всегда в босса. Хилы, блядь. Шторы. Ты чё, блядь, 400? Отбежали. РДД мелкие добили. Сначала мелких добейте. Пациенты босса, то надо отнимать как-то. Все, теперь будет. Уведите их. Трейда. Убегайте с черного. Ёбаный свет. Кто там? Заберите маленького. Мосса Берни, ладно. Дайте бафы по нему. Еще раз РДД. Мили в босса, РДД добивают вот именно этих двух угольков. Следующих трогать не надо. В углей-то посильнее, пол хп больше. Он сильнее. Один вообще полуловый. Маленький. Сори, не туда. Я понял. Ты спиной старайся к стенке отлетать. Люцин или кто там? Я не успел. Старайся.
маленьких рубиков. Сильнее, сильнее, вхуярьте его. Дайте каску поварам. По одному стоп. Не убейте. По черепу стоп. Ой, я улетел, ебать. Сейчас приду. На Луцине добили череп, алло, алло, все. Ну, кучнее встаньте. Так лучше не стоит. Допили угли. Нихуя, откуда он прилетел? Вы видели? От дым трепета. Верим, Кира. Сначала мелких забить. А мелкие что, с текстур тоже вышли? Ну, видишь, стоит тотем на этой. Не-не, мелкие вышли, на еще два новых. Да. Копите, пока босса подымется, еще мелких начнем долбить. Все, вот сейчас мелких. Только не убейте мелких. Чередуйте их, он один фуловый рядом. Все. Уже не снимает после 5%, не? Посмотрим, сейчас проверим. Разница. Все, набейте их. Один босс. А босс 6%. Все, босс, босс. Что там лям набивает? Когда настанут те счастливые времена, когда эти кольца будут уходить на успех. На робота, да? Угу. Стандарт. Я думаю, может быть, до келья почистим спокойно, да? Где там треш лестницы? Чего воронки пофоморам в следующий раз? Как говорится, хули нам кабанам, да? А воронки, боешки, теперь все равно. Ой, жди. Ой, сука, я сагрил. Еще никто не потянулся. Пейте костыль. Там еще не разбавили. Что там есть по плеям? На мага плечи и на теле. На теле на ачивы? Нет, ты 5. Леша, можно мне на ханта задавать плечи и грязь? Кель пал, плечи маг. Резист чест маговский буду ролить. А чё тебе кулак-то есть на тебе? А чё ты пишешь? Будет вагон. Ну, блядь, на роботе 1%. Не ребафрит после старта. Не таунтите, уйдите. 2% хп мне похилит? Не танчите его. Ну ты видел, видел? Ну нахер. Ну типа под прожимкой было. 144 тысячи получилось. У меня в полипауэре стоит кулак, я типа кулак бафнул, я ж не смотрю, дали тебе каску или нет. Жить одно мне. Что делаешь? Танчу. Танчу, она. Ты безобразничаешь. Про товара тут не хватает. 3 просто скилл. Опа. Смекался.
пружинка есть? Что такое с ролью за косарь ГП? Это социальные эксперименты будут проходить. Умирай. Кистевой я взял? Ага. Там 5% крита, если с кистевым кинжалом бегаешь. А 5% крита это разве лучше, чем, блядь, тычкой с мелиатаки ударить? Да он потестит взять, он взял, что сказал, что ты... Подтягивайтесь, что сюда. Контроль. Слеживаешь вот эту фигню сколько раз ты бьешь дополнительно атаку? Один лук. Там 0.5% от всего дамага идет. 0.5 примерно. Кинули на все луки. 5% крита это такое себе, по-моему. Ну когда у тебя 75%, лишних 5 не будет точно. Его хуевать нас послушаешь. Один бьет там шрути 60к нахуй, у другого крип под 80. У меня крип 50 и бью я не больше 20к нахуй. И всегда почти в топе. Че-то хуйня такая. Просто кумарит, когда алый вихрь довольно-таки часто, он не критует, блять. А ты им бьешь раз в год. 5% зароляет тебе в эту сторону. Думаю, да. На приколе. Как вы сагрили? Скиллом. На приколе и сагрили. Бейте. Не стойте стороны трэша, он откидывает. Контрольте. Плевать. Шам, не лежи, вставай. Ну, как раз Карина заберет себе мячик с Джайны. А так я не буду его брать, если он кому-то нужен. Типа, пофиг напрямую. Я там на ДК-то больше был. Не, ну я думаю, если мне эта пистевуха зайдет, то зачем мне мяч? Мне лежать или вставать? Крис будешь брать? Вставай, конечно. Я буду бежать от начала. Крис. Вставай и подними шторы. А тебе не надо было лететь. А там же, по-моему, второе есть. Тоже. Не надо, не надо. И... Там скорость большая. У кистевых, да? Угу. Да. У них у всех, кстати, идет выше, чем у кинжала. Какой смысл? Типа, они лучше, когда два кинжала взять. У кинжала меньше дамага, чем у кистевого. Вон ход бегал с по кистевухой, которая была 930 дамага. Это больше, чем у зола. Ну я понял, там как, чем больше дамаг у пушки, как упало, тем лучше. Ну, в правую руку, да. Ну у вас топ все равно топоры с лича, да? С Джайна топ. А, с Джайна? С лича дает скорость, которая не нужна. Ну это энху, энху, а не заебись. Чё ждём? Треснитесь. Чё там они? Чё там они? А зачем вы будете? Серьезно? Привычка. Кого будет? Ну-ка, из контроля, а вон Кузнецов. Лол. Такое смешное выражение. Будете. Я ему лягуху дал. Не буди лягуху. Не, лягуху-то можно, насколько-то урон поглотит, там как его будет пойдет. Ну да. Прикольно ты даешь покаяние и ты чувак его агрит моба и бьет. Это модно сейчас. Лёшка, Лёшка, ты куда попал? Че, че надо? Тут ребята хуйни мутят. Да я вижу.
Эту хуйню. Это самое. Короче, Карина, твой череп. Лучше не страхуешь Карину. Давайте, блядь. Перезарядка природой бьет или чем? Сразу вон уголок там будет, выйди за уголком. Как же, Крин, лестница. Лутин, Крин, страхуешь? Страхуешь. Беги сюда. Сюда. Я звезду потанчу. Крин, фулбаф там, пиздобаф, всю хуйню. 60 тысяч умрет, 20 тысяч. Каску под рынком. Прием. Каску, каску. Кто дает каски? Давай, отправляй, давай. Карина? Карина? Что ты там? Где она? Давай я заберу. Пуляй этих дураков. Пуляй, короче. Пуляй. Воронка. Не собирайте. Как? Как забирать? Ну, рыл кто? Ты понимаешь, что есть комбат? Такое понятие, как комбат. А. Ага. Я могу в комбате поднять. Видели, как маги свои шпаги скрестили? Луцинь в хила. Рыба. Любовник танчит со мной. Сопроты. Суммоните, пожалуйста. Так я релогнусь. Ты чё отдам? Ну так чё там, на мага плечи надо кому-то? Это продажа, что ли? Не, да, есть покупатели, если чё. Я хампу взял. Кто там с магом вместе? Чернокнижник и... Хант, Хан, маг. Да? Ну, надо кому плечи, нет? Нет. Кому это... На мейн спек не забывай спрашивать. Потому что в спек и продажа приоритетнее продажа, чем в спек.
А, зачетный. Все. Так у зачетного там друг. А, нет. Засуманьте, пожалуйста. Нужные плечи. Каску пороги, пожалуйста. В хиле ужился, не ужился. Сопрот выпили. Цинь. Дайте сопрот сдаем. Я так и не успел купить. А СС чел один локи, да? Давай на враз. Выры в полная жопа. Че, на кого дал? Враз? Не знаю, не видел, никого дал. Чек. Мне дал, он мне. Так, на пулы все на звездочку. Луцинь, принимай готовность. У меня сапрота нет, но у меня танка банка висит. Ну ладно, не сдох. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Да, на месте. Ты там уже. На звездочку на пул. Заходим в центр босса. Денчик по Тимочку. Враска по ваге на его на ивенте сами. Все как бы искал. Ну я так и седал. У тебя там есть, когда же нет. Я первый по себе даю. Ладно, скажи, как это. Венчик, скажи, как сказать. На брун, пока ее босс не бьет. Она любовник. Денчик по тиму еще. Давал Денчик по хуму? Я могу дать, Саня. Давай по Тимычу. Дайте баф. Локи, сколько раз?
сейчас посмотрим. Локи сколько? Две. Ладно, сейчас. По Музеру давай, Денечка. Вага, в лодке вмешательство было бы неплохо. Любовником его. Вот базар скидывает. То, что больше 80 он скинуть не может. Может просто стопнуть, я могу по нему дать. После зуба. Кто знает, стопы ему за зубы даем. Стопы до 80 опустится. Как откатится в раз, скажешь. Сколько 20? Да стопни ты. Я вообще не бью АФК. Просто АФК, просто АФК. Че, по магу давай? Да. Давай, помогу. Я сейчас сам по нему там подожди. Дал. Все, стопы еще. Сейчас пару тел я выносил. Все равно. Вот он не понимает, что надо стопнуть. Я стоял, а ФК говорит. Тихо. Добиваем. Поможет. Да. Изи, скинь. Все, добивайте. Там никто не догонит больше. Лучше пил уж тогда. Все равно сдох. Да так и так ты полег. На пулу получился. А за Талдорама ЕП же не давали вроде? Талдорама? Угу. За какого Талдорама? Ой, блядь. Алара? Алара, ебать. Да вроде нет, я не знаю, я ничего не знаю. Было? Давали. Он дома. Как раз на тёлку сбежал. Можем даже и келей башки с пирогу. Хотя нет, подождал. Тёлку ибо не хочет. Я в танк обратно. Угу. Тут, наверное, время только на тёлку и осталось. Ну еще одного босса. Драгон, я половину не вижу сообщения, прости. Че, патруль может хватить? Кускам, блядь. Только да убил, вижу только. Кого? Я хрен знает, на накат ты вылетел, тогда я убил. Четыре плеси пока. 30 секунд.
типа мы должны закрыть фул контент до понедельника, как на том неделе, по идее. Че там останется один кейс? Было бы хорошо. ХМ. Мрон, один кейс. И РСХМ. Ты 4 когда хитил? Хитите сильнее. С еще 2 дня, типа и полтора рейда в запасе. Блока донести, РСХМ. Я кухаю за. Не таунт. Я умел, что за это. Что за привычка? Говорю, не таунт, ты таунт. Слушай, Драгона, вам там температуру в универе не меряют, когда на входе? Еще нет у нас во Владивостоке такой хрени. Воронка еще валяется. Т4 дам, а уешь быстро очень. Я с отпуска когда летел. Мы на Камчатке, когда приземлились, там температуру меряли. Ну типа уже во Владивостоке есть челик больной, ну с понтом или по подозрениям. Вообще типа. Там же мы вроде что-то придумали, лечение. Вы что не придумали? В смысле, там уже 50 тысяч человек выздоровели. А просто чтобы китайцы перестали жрать все подряд. Типа ебанись, у нас из этого очередей хватает на входах. Когда там что-то угроза теракта было, у нас, блядь, человек под 10-20 стояло, короче, лев. Идеальное место для теракта. Нет, там же по идее быстро типа колбу приложили. Все, и собой. Охранники же будут подходить даже для чем. Понимаешь, я уже захожу, и охранник даже близко ко мне не подходит. Надо чихнуть еще и сказать, здесь китайские соседи. А могут не понять такой. Надо покашлять, а не чихнуть. Давайте активируем. Кетчупа в рот набери и чихни потом на охранника. Он в жизни потом не придет в универ. Блять, идите, а вон он. Это жесткая выпила. Да, в поликлинику прийти так. И ты просто бухани нормально, иди, блядь. Ты можешь прям так из зеленой струи. Не, на вражки могут и градусниками обычными мериться стать. Даже у нас. Типа ртутными. Через анал, да? Да, там как раз таки все через это место идут. Нет, есть через рот, который электронная, есть который... Веди уже моба, вот видишь, 50% хп, веди сразу дальше. На драйве. Мы на скорости, да? Да. В этом просто нет души. А можно я кое-что заберу, пожалуйста? Забери, только не душу. Это что-то кусочек стрима посмотрел, там вообще срач, у вас тут души сосет стрелка, да? Можно не греть никого? Можно, ждем патруль. Ой, на самый удачный кусок я попал, глянул 5 секунд. Сразу на экшен.
Скажи, там мудака вводит, давай сюда в рейд. Что давайте? Что давайте? Мудака в рейд сразу притягивай. Сейчас. Ну, я Геру, да. Приготовьтесь, раз, два, три. Не притягивается мудак. А я сказал, а можно никого не агрить? Ты кто? Да сейчас да, погоди. Тир, дай. Ты япончика голос, да? Угу. Блять, тебя хуй узнает. Вообще, я тоже думал, что за левый человек. Отойдите, вон еще один идет. Бежим, 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 съебались, быстрее бежим. Да бей следующего, ёбан, пока мы под Герой. Под Герой, да, раз, под два, Герой, три, бьём, бьём, бьём. Контрольте людей своих, только не убивайте. Дал Т4, может поможет. Да бьёте. Череп, 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 фокус, череп. Своих-то нахуя вы, я же сказал. А ты не можешь в бою поднять поешки что ли? Угу. Там, короче, лут меняешь на кого-то ответственный, потом на себя, и потом табличка выскакивает такая, да или нет, нажимаешь нет. Можно поднимать хоть в бою, хоть после боя, хоть перед боем, хоть в третьей четверти боя. Попробуй. А вторая можно. Попробуй так. Он типа спрашивает, хотите вы ролить через дом, да? Да куда ты ж? Блять, зачем Мозер? Пять тел лежит, ты их хуярил. Агрите, я рисую. А, мы рисуем. Да просто ОЕ идет, блять, ебаный стыд. Никак стану, как там. Вот так вот прошел. О, это вообще. Чудеса, да и только. Чудеса науки. Вот это сериал. Прикольно, кстати. Западал, да? Ну, в молодости на эту бабу, которая там крутая была, вот эта компьютерная. О, буешка. О, когда он шел там, до баб было. Звезду поставил, он 3D-метку, тут буешка лежит какая-то, пояс. Ну, с Мозер танчит, а? Нахуй знает. Там пояс какой-то. Видишь, у тебя аддон из-за этого долго. Зато все почистил. Дашка, какие био, блядь, 15 минут. Гузники нам. Сидишь, рейдишь. Что там? Я то ли мог забагаться, то ли по нему никто не бьет. Алло, меня слышно? Привет, это Мосса. Привет. Я хотел спросить, есть ли кто после рейда, кто подскажет мне по поводу Вердру? Не интересует. Каска не нужна тебе. Хватит, наверное. А? Не, мне просто интересно. Я так понимаю, что тут все понимают Вердру. Я думал, что я понимаю. Подскажите мне, пожалуйста, такое. Я считаю, что мне осталась одна вещь до Биса. И... после биса потом. Мне менять спек, да? Бля, что ты за странный человек? Я ж тебе объяснил. Тебе сказал РЛ, ГН. Так ты можешь с ним этот вопрос решить, а не докапывать рейд? Хорошо, спасибо. Да, после рейда там поговоришь. Что, вставать или рез? С ГНом. Все вопросы к нему. Ресните в раску.
Каримов на боссе, вот сильно трэша. Кто с мага в контроле уже жреца? Жреца. Да все троем они контролили. Вон мягко контроль. Да пусть троем контроли. Проебут. Или ты имеешь в виду дальнего? Дальнего, да. Ага. А так все в курсе, да, как сбивается каст? Стан, каст. Страх, овца, жаба. Жаба. Эффекты сайленса. Эффекты прерывания не работают. Зуботычина не работает, пинок не работает. Сайленс, УДК, удушение. Что-то еще там у кого-то есть. Да погоди ты, там япончик бедненький, блядь. Ешки собирает до сих пор. И метку крестик выносим на инвентарь. Нет, без, не обосритесь меткой. Все, чек на пузырь. Че там лапу? Лапу дайте фулба по паладину. Дает счет. Наверное, звезду на пол. Башка. Луций метка. Моса. В танке встойте, везде. На маленьких не надо ловушки кидать, надо после маленьких кидать. Звезду перебегите в танках, за звездой двигайтесь постоянно. Я навсегда избавлю вас от мании великой. Без метки ваш жрец. Жреца без метки каст не проебите. Энги, крестик, выйди. Отойди немножко. Идите от него. Нормально. Резист. Нет, короче, рвей меня. Просто клёхи пьют. Череп бейте. Там стойте в звезде. Сначала мелкие, потом ловушки. Когда все выйдут. Ловушки. Ну, блять. Смотрим, где жрецы, где босс. Без метки ваш. Без метки, приготовьтесь. Каст сбивать, без метки жрец. Каст. Отлично. Верьте его быстрее. Япончик вышел. Твоя душа принадлежит бездне. В череп все.
сначала мелкие, потом ловушки, когда все выйдут. У вас, жрец, уже у вас. Квадрат, каст сбить. Меня казонтика захил. Ебать, выходи из бит. Заходите, защитуйте его. Пробил босс. Сейчас взлетишь. А, давай, овцу заново. К черепку, чарж. Все перебежали к черепку. Верьте его. Мелкий. Стоунти танк какой-то, луцинь там, блядь. Черепок стоунтить. Появляются жрецы, смотрим, где. Этого добейте уже. В рейде у вас череп контроль. Блять. Без метки добейте жреца. Ну и этого тоже хуярь. Алдазар вышел. Хуярьте его, да уешьте. Молдозавр. В звездочку сбежались. Вещи быстрее, только мелкие. У вас в рейде жрец череп. Зергайте его. Касты сбейте. Ну стань диминишн уже. Сало есть. Фир есть. Той тоже сбить можно. Там Белл пойдет, котик. На фазе уже, на второй. Нос. Выйди, выйди. Блять, нет, еще переход. Нихуя, это, не выйдут, да? Заметили, да, у нас сегодня с боссами что творится? Верьте босса, Гера. Квадрат контроль. Продолжай контроль. То Феникс, но то ты. Все, добивайте. С Фениксом ничего не было такого. Просто он... танк летел, который был возле стены. Часто стали. Я так полагаю, это все, да, на сегодня? Вон, забирай Ханса, ты как раз тебе на обручи упали. Да, на сегодня. А, ребята, кто с дальневосточного рейда? Ой, статика.
кто еще часик-полтора будет играть, приглашаю вас в РС-ку, обычку. Будет сбор минут через 10. Лага накинь, ЕП, да спать пойду. Вторую кату следую. После второй каты пойдем. Как раз ЕП получим за вторую кату.